Знаешь, у меня проблема. Проблема какая-то. Дело в моей памяти. Амнезия? Нет, это другое. У меня нет короткой памяти. Я знаю, кто я, знаю о себе все, но после того, что случилось, память как отрезала. Все стирается. Если наш разговор затянется, я забуду, с чего мы начали. А при следующей встрече они даже не вспомнят. Я даже не знаю, видел ли тебя раньше. Что, если я покажусь немного странным, грубым или... Все равно, просто это так странно. Ты что, совсем меня не помнишь? Совсем. Мы беседовали уже раз 100. Не сомневаюсь. Но на чем обрывается твоя память? На моей жене. Что ты чувствуешь? Одну минуту я после сна. Как только что проснулся. Проснулся.
после того, что случилось, память как отрезала. Все стирается. Если наш разговор затянется, я забуду, с чего мы начали. Врачи уверяли меня, что это реальное заболевание под названием потеря коллективной памяти. Бывает редко, но если значится...